любом случае человек как бы имеет некий камертон. В конце концов, этот камертон может вырасти и превратиться в молоток или в топор. Этот камертон называется совесть. Человек, поступающий против совести, рано или поздно, он будет несчастным человеком. Во всех религиях, хотя они все очень разные, общее одно – делать другому зла. В христианстве это даже щеки подставлять вроде как нужно. А, скажем, в буддизме это просто как бы не мешай другому человеку пройти его вот эту вот карму и так далее. Такая субстанция, как душа русского человека, она просто вообще очень большая. Там может поместиться все. Вся культура мира. Россия, она вообще и сама по себе очень большая. И душа у русского человека широкая. Да и просторы России очень широкие. И даже широка страна моя родная, тоже пели. Все широкое, понимаете? Поэтому русским, в принципе, при определенных сочетаниях подвластно практически все. Не потому, что я хочу русских как-то выпятить и сказать, что они лучше других, они не лучше. Во многих отношениях даже намного хуже других. Их отвратительные качества. Но просто душа очень широкая душа. Очень много возможностей. Многие из них не реализованы, а многие из них реализованы, но в обратном смысле. Склонна к крайностям, к жестокостям, к предательству и так далее. Но при этом размеры от этого не уменьшаются. Если предательство, так уж ого-го, какое ужасное. Если уж диктатор у нас, так уж мало никому не покажется. Вот, может быть, наверное, поэтому и в музыке. Способность к сравнению, свойственная разумным существам, это является их же и злом. Обезьяна не может сравнивать. Она не знает, кто лучше живет, обезьяна или кролик, например. Она не завидует кролику. Но человек, который имеет зарплату там, в 1500 рублей, будет завидовать тому, у кого 3500 рублей. Эта зависть, эта способность к сравнению не даст ему покоя. Вот в том же Таиланде и во всех странах Азии буддийский подход, он не учит людей сравнивать и
пытаться занять место другого. У каждого как бы своя вот это есть карма. Каждый находится там, где он должен находиться. Поэтому в этой стране люди, которые живут в каких-то постройках из картонки и трех досок, они точно так же вам будут добры и искренне улыбаться при встрече. Они не озлоблены, у них не возникает комплекса, что другие живут лучше их, поэтому, значит, нужно им желать зла. Или как-то у них отобрать, их экспроприировать. И тогда вот мы заживем хорошо, вот, а их нужно всех в тюрьму посадить, лучше расстрелять и четвертовать, но при этом пытать. Вот этого там нет. И, собственно говоря, этого нет ни в какой религии. Таиланд-то как бы земной рай. К тому же там живут люди, которые очень на меня похожи. По характеру. Хорошие, добрые люди. Наверное. Там много чего есть, да. Ну, народ такой, понимаете, как-то немножко уровня другого, несколько, конечно, уровень другой немножко. В смысле интеллекта. Ну, такие, как я. Не слишком интеллигентные, хорошие и добрые. Что мы пошли с ней в ресторан «Фадо» один раз. С кем? С Мартой Эргерих? С Мартой, да. Там было вино много. А как раз был концерт, где она играла на двух роялях. Это был ее концерт. Я посетовал на то, что как-то не так уж много репертуара для двух роялей. Так она сказала, ну, тут, может быть, что-то сможешь сделать. Я пообещал. Музыка «Фадо» и количество красного вина расположили меня к тому, потому что я дал действительно слезное клятвенное обещание. А на утром я вспомнил, что действительно что-то я такое обещал. И потом я стал думать, что же можно переложить, таким образом сделать. Почему-то остановился на Золушке. А потом я понял, что это чрезвычайно сложная задача, но было уже поздно. Там музыка романтическая, ее легче перекладывать. Там можно что-то добавить, что-то прибавить. У Прокофьева, если есть, скажем, три ноты, надо быть три ноты, не больше. А поскольку уже в наличии два рояля, они что-то должны просто играть, а нот мало. Тут, конечно, пришлось подумать и даже какой-то, я считаю, новый принцип. Но опыт часовщика у вас там пригодился.
часовщика? Опыт? Ну да, вот написали, что вы любите чинить часы. Да что за глупости? Какие часы? Ну, пишут в книгах. Вы знаете, столько пишет, вы читаете, я нет. А 50 лет – это много? Слишком много. Мне нравилось чертить какие-то, выдумывать машины. Не только не машину времени, ее непонятно, как начертить. Такое ощущение, что начинали с моих ранних лет, потом как бы вот мои воспоминания, потом вынос тела, цветы. Я считаю, что мужчине хорошо цветы на похороны. Это красиво и к лицу, что называется. Женщинам цветы хорошо всегда. А тут еще такая обстановка, понимаете, такая полутьма в зале, на что-то похожее на гроб стоит в центре, и цветы несутся со скорбными лицами. Самое главное удовольствие от полета – это ощущение полной свободы. Куда хочешь, куда лезешь, за штурвалом. То есть для того, чтобы появилось такое ощущение в воздухе, я должен хорошенько знать, на какую кнопку мне нажать. Как сделать вираж какой-то. Я должен все это уметь. Вот если, скажем, я не умею делать вираж, если я не умею делать то, у меня же такое ощущение свободы нет. И уже начинают какие-то быть опасения. Опасения – это, в общем-то, враг свободы, на самом деле.
То же самое в музыке. Если человек достиг того уровня мастерства, предположим, когда мы мне все поздно, хочу от вас так, хочу от вас это, как Шаляпин выходил, а сейчас вы хотите, я заставлю, что они сейчас будут плакать все. Действительно, настолько потрясающе, драматически играл, трагически, что в зале были все потрясены и плакали. В этот момент он тому, с кем он поспорил, что будет, он подмигивал его, ну как вот. То же самое, когда ты владеешь самолетом, свобода. Когда сидишь вторым, а дирижирование немножко, кстати говоря, похоже на то, что сидеть вторым на мотоцикле. Когда сидишь вторым, конечно, такой свободы уже нет. Телефон, да, пойдет. Вот. А может быть, Миша? Да, давайте. Можете, да? Да, конечно, мы остались.